Добрый день. Давайте посмотрим, что говорят небесные светила на ближайшую неделю. Сегодня Луна идет по знаку Рак. Вот только Раком от этого пользы никакой не будет, потому что Луна ровно в оппозиции к планете Плутон и Марс. Поэтому я бы рекомендовал Ракам не только сегодня, а ближайшие несколько дней быть более аккуратными, осторожными и немножко больше того, что называется словом терпение. Знак Лев. На ближайшей неделе для Львов обещает быть такая достаточно интересная. Вот сейчас такая позиция, планета Венера перешла в знак Стрелец. Это очень хорошая позиция для Львов. То есть в ближайшую неделю можете рассчитывать на то, что у вас будут какие-то очень гармоничные взаимоотношения. Венера, она интересная планета, она отвечает за взаимоотношения, и она же отвечает за деньги. То есть вам на этой неделе повезет и в любви, и в деньгах. А вот знаку Девы вот как раз вот наоборот. Так что ближайшую неделю попробуйте быть осмотрительными с деньгами, там, не теряйте свои кошельки, кредитные карточки. И если у вас есть какие-то важные траты, лучше перенесите их на какой-то более поздний срок. И ни в коем случае не пытайтесь выяснять ни с кем отношения. Ни к чему хорошему это не приведет. Знак Весы. Ну, пока Марс Козероги, Весы будут чувствовать некоторый вот такой дискомфорт, но, поверьте мне, это скоро закончится. В целом, пока в вашем знаке Юпитер, можете особо сильно ни о чем не переживать. Скорпион. Совсем скоро, буквально вот на этой неделе, ваш знак переходит в Солнце. Вы будете чувствовать себя более уверенно, более активно. Но при всем при этом попробуйте понедельник-вторник быть более терпеливыми к внешнему миру. Могут быть какие-то конфликтные ситуации, причем вас будут провоцировать на конфликт. Понедельник-вторник – терпение и аккуратность. Стрелец. Вот именно в ваш знак перешла Венера. Нельзя сказать, что прям вот все будет очень хорошо, но будут более благоприятно решаться вопросы, связанные с финансами. Козерог. Субботы и воскресенье для вас будут очень волнительные, пока Луна идет по Раку, немножко терпения. Вот. Очень благоприятно для вас будет среда-четверг. Наметьте себе на эти дни какие-то вот важные дела, все у вас получится. Водолей. Переход Венеры в знак Стрелец достаточно благоприятен для водолеев. Как минимум, хорошо то, что она вышла из напряженного положения, и у вас заканчиваются финансовые проблемы, заканчиваются какие-то вот нестыковки. Рекомендовал бы вам быть аккуратными и осторожными в понедельник, вторник. Знак Рыбы. Луна в Раке очень благоприятна для знака Рыб. Все у вас будет замечательно, как минимум, ближайшие два дня. В дальнейшем тоже относительно ничего, но будьте осторожны в среду и четверг. Венера вошла в Стрелец, и это не лучшее положение для Рыб. Но в каком плане? Будьте аккуратны с финансами. Опять-таки, как я говорил, не теряйте кошельки. И лучше лишний раз, если вы хотите что-то купить, 10 раз подумайте, надо ли оно вам. А то может случиться так, купили какую-то вещь, она оказалась вот поломаны или еще что-то. То есть воздержитесь от денежных трат. Знак Овен. Вот-вот-вот солнышко переходит в Скорпион, и Овнам не то чтобы хорошо, а им будет такое, знаете, облегчение. То есть многие дела у вас сейчас будут двигаться со значительно большей легкостью, чем до этого. Сейчас у вас был период такой не очень сладкий. Это вот-вот заканчивается. Знак Телец. А вот Тельцам надо одеть бронежилет и быть не то что аккуратным, а очень аккуратным. Сейчас пока Солнце будет идти по Скорпиону, это вам на ближайший месяц, будьте предельно осмотрительными, предельно аккуратными, предельно осторожными. Несколько раз выверяйте свой маршрут, прежде чем куда-то двигаться. Как говорят, несколько раз отмерь, потом отрежь. Вот вы можете отмерять, но резать пока не надо в ближайший месяц. Потом будете резать. В общем, осторожность.
Что касается близнецов, Венера вошла в оппозицию к вашему знаку. Вот так же, как и рыбам и девам, никаких финансовых трат. Потом. Можете намечать, но купите не то, что планировали. Вот. И очень не рекомендуется выяснять, какие бы то ни было отношения с кем бы то ни было. Потом все решите, потом особо будьте аккуратны, близнецы девочки. Потому что Венера, именно Венера в оппозиции к вашему знаку. Если вам будут говорить, что вас любят, не спешите верить. Потом. Ну и как я говорил в начале, по знаку Рак идет Луна. Она в оппозиции к Марсу с Плутоном, поэтому осторожность, осторожность и осторожность. Это касается не только Рака. Оппозиция Луны к Марсу говорит о том, что будьте аккуратны с продуктами, прежде всего с мясными продуктами. Вот примерно такая картина.